меня есть простой способ нарисовать волосы простым карандашом. Это прядь волос, поэтому ее облик может быть совершенно любым, и мне захотелось сделать ее максимально изогнутой. Нужно что-то тонкое и острое, у меня оказалась под рукой зубочистка. И оставляя борозды на бумаге, туда потом карандаш не попадет, и останутся такие белые отдельные волосинки. Так что побольше этих борозд нужно оставить именно в местах бликов. Всю прядь заштриховываю, и сейчас это не обязательно, но можно сделать еле видимые тени. Я нашла самую жесткую кисть, которая у меня была, и ей растушевываю весь рисунок, можно даже выходить за контуры. Беру что-то, что не жалко выкинуть, мягкий карандаш и немного акта вандализма. Той же кистью набираю этой карандашной пыли и уже ей делаю тени. Теперь все эти тени я подштриховываю карандашом, чтобы побольше было волосков. Вокруг можно еще отдельные волосинки нарисовать. Главное, слишком много их не делать, потому что волосы могут превратиться в шерсть. Ставлю большие блики стеркой, и вот такие волосы у меня получились.